Всем привет! С вами я, Алиса. В сегодняшнем видео я вам расскажу про двух необычных куколок Monster High. Это Дракулаура и Клодин Вульф из серии Great Scary Reef. И так как куклы светятся, я решила соответствовать их образу. Ну а как я буду светиться, вы увидите чуточку позже. Данной серии посвящен мультфильм Monster High, который вышел весной 2016 года. Его название Great Scary Reef, или же Большой, Скарьерный или Ужасный Кошмарный Риф. Монстряшки снова перевоплотились в других монстров, а именно в морских существ русалок. Большой Скарьерный Риф был известен нам еще со старта школы монстров, прежде всего потому, что это родина Лагуны Блю. Риф из Monster High основан на реальном месте, Большом Барьерном Рифе, который находится в Австралии. К этому фильму вышла новая коллекция кукол, посвященная морской тематике – Страшный Барьерный Риф. Эта серия принадлежит категории больших коллекций, то есть состоит из нескольких линеек кукол. Кроме того, в коллекции вышли новые герои. Первая линейка называется «Подводные монстры» – Down Under Ghouls. В этой линейке вышли необычные новые персонажи. Это Перри и Перл Серпантайн, Посси Риф, Кала Мэри. Чтобы посмотреть обзор на близняшек, вы можете перейти по ссылке в описании или же в комментариях. Вторая линейка называется «Монстры-русалки» – Glowsome Goldfish. В этой подсерии вышли главные героини «Школы монстров» в образах русалок. Это Франкенштейн, Торли Страйп и Лагуна Блю. Ну а также куколки Клодин Вульф и Дракулаура. Ну а в сегодняшнем видео речь пойдет о Дракулауре и Клодин Вульф из этой коллекции. Коробка у куколок нового стандарта, то есть присутствует больше пластика. Есть надпись Monster High, герб с щупальцем осьминога, арт персонажей, их имена, а также название серии. Возрастное ограничение кукол 6+. Внизу есть даже напоминание, что мультик вышел в 2016 году. Рядом с головой куклы надпись «Светится в темноте». На задней стороне арт в полный рост и кусочек из истории серии, а также другие надписи. Обе куколки сделаны в Индонезии. В набор прилагается только инструкция, которая прячется на дне коробки. Монстряшки могут стоять самостоятельно, без подставок, благодаря особой конструкции их хвостов. Хвостик может принимать разные позы. Куколки являются эксклюзивом магазина Walmart. И давайте же начнем рассматривать куколок. И, пожалуй, начнем мы с героини по имени Дракулаура. Глаза куклы подведены желтыми тенями и розовыми щупальцевидными узорами вокруг глаз. К счастью, родинка сердечка Дракулауры сохранилась и никуда не убежала. Губы также подведены ярко-малиновым и поверх нанесены вампирские клыки. Волосы Дракулауры в коллекции Glowsome Goldfish достают до пояса, и часть забрана в хвостик, а другая половина – это распущенные волосы. Спереди есть пышная челочка, от которой тянутся желто-черные прядки волос. На шее у Дракулауры в морской коллекции желтое полупрозрачное украшение в виде щупальца. Подобный элемент находится на правой руке Дракулауры. Наряд немного скудноват в этой коллекции, но оправдан из-за такого большого хвоста. На Дракулауре Great Scary Reef одет черный топ с узорами из кружков желтого и розового цвета, словно щупальцы осьминога. Снизу топик обшит розовыми нитками. У Улы есть два съемных крыла, как и у Рошель Гойл. Сняв их, заметно крепление. Одно больше другого. Видимо, это сделано, чтобы маленькому ребенку их не перепутать. А вот так Ула выглядит без крыльев. По-моему, очень мило. Тело Дракулауры особо неподвижное, как у других подруг, и больше напоминает тело Кала Мэри. У нее подвижная лишь верхняя часть тела, а дальше тело сужается к щупальцам с малиновыми перепонками. На основной части черного тела нарисованы желтые летучие мышки с кружочками. Нижняя часть куклы – это довольно необычная конструкция. Щупальцы двигаются, словно такие колючие, а сам элемент крутится на 360 градусов. База спрута выглядит именно так. Чет крипи. Клодин Вульф присоединилась к своей подружке из эксклюзивной линейки для магазина Walmart, поэтому нам надо обязательно рассмотреть ее образ как можно скорее. В коллекции Great Scary Reef Клодин вновь изменила свой окрас с коричневого на фиолетовый. Скинтон очень напоминает Клодин из коллекции Freak du Chic. У Клодин фиолетово-голубой мейк и брови фиолетового цвета,
под цвет ее помады, поверх которой нарисованы клычки. В ушке Клодин одна сережка, в другом две дырочки. Волосы окрашены в темно-коричневый с примесью фиолетово-бирюзовых прядей, две из которых составляют челку спереди и закреплены на правый бок с помощью нитки. Руки Клодин остались когтистыми, но на локтевой части появились плавники, похожие на плавнички Перри и Перл Серпантайн или же Крейты Монстр Сирена. Из украшений на Клодин только длинное зеленое украшение из цепей и подвесок, которое обвивает ее руки, грудь и пояс. Выглядит оно побогаче, чем у Дракулауры. Оно прекрасно дополняет ее образ, и сейчас мы с вами в этом убедимся. Из одежды на Клодин только синяя кофточка с лямкой на одно плечо, покрытая бирюзово-фиолетовым узором паутинки. Хвост Клодин фиолетовый и обладает тремя точками подвижности – пояс, коленный сустав и плавник, состоящий из двух частей, с помощью которого куколка может самостоятельно стоять. Плавник бирюзового цвета и с дырочками. По словам создателей, Клодин олицетворяет рыбу вульф-фиш и действительно очень похожа. Хвост куклы покрыт молдированными чешуйками, а посередине нарисован бирюзовый узор с маленькими лунами внутри. По бокам светящиеся части в виде бледно-голубых плавников. Плавники очень ярко светятся в темноте, поэтому не стоит беспокоиться, что свечение будет едва заметным. Ну а теперь самое время протестировать этих куколок, как же они все-таки светятся. И для этого мы выключаем весь свет и наслаждаемся! Ну а чтобы было поэффектней, можно подсветить кукол ультрафиолетом. Уверена, фотки получатся просто невероятными. Поэтому, если вам будет интересно посмотреть, что же вышло у меня, обязательно переходите в мой инстаграм по ссылке в описании. Там я выложу все фотографии с видео. Кстати, благодаря ультрафиолету куклы просто невероятно светятся и выглядят классно. Буду фотографировать монстряшек и веряшек и выкладывать эти фотки в мой инстаграм belivix.com. Скорее подписывайтесь. В меня вселился настоящий спрут. А что вы думаете об этих куклах? Маттел умеет удивлять, не правда ли? Напишите свое мнение в комментариях, а мне будет очень приятно почитать и поотвечать вам. Не забывайте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, поставить лайк под это видео и найти меня в социальных сетях, ВКонтакте и Инстаграме. А ссылки я оставлю в описании под видео. Всех вас очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока! Всем привет! И сегодня мы вам расскажем про новинку Monster High. Это Перри и Перл Серпантайн, или же Серпантин, из серии Great Scary Reef. Куколки были представлены на Сан-Диего Комик-Коне 2015. На третий день представили Торали Страйп в этой серии и Перри с Перл. На презентации рассказывали о куколках в этой серии, сюжет фильма и показали небольшой кусочек. Обычно на презентациях компания представляет новые игрушки, а также показывает эксклюзивный контент. Это новые трейлеры, кусочки из новых мультфильмов или фильмов, или еще что-то. И отвечает на вопросы зала, а также показывает новых куколок. Пример вот. И вот. Однако на вопросы они отвечают довольно неохотно, ведь раскрывать многие факты нельзя. Девочкам не нравится, когда их принимают за одного монстра, ведь у них есть собственные личности, интересы и взгляды на жизнь. Ну да, я вот, например, до сих пор не могу отличить Пурсифону от Мелодии. Бывает. Голова Перри слева, а Перл справа. Эта кукла уникальная, первое существо от Маттел с двумя головами на одном теле. Довольно долгожданная куколка. Несмотря на то, что у нее нет ног, она по-своему прекрасна, и сейчас мы ее рассмотрим поближе. Шеи наклонены в разные стороны, и на каждую посажена голова Перри или Перл.
Монстряшки очень любят отрываться вместе. Это ты, наверное, имел в виду отрываться не в смысле друг от друга, а веселиться, да? Ну, конечно, ты что подумала, господи. Ребята, ну вот наше видео и подошло к концу. Что вы думаете об этих куклах? Маттел умеет удивлять, не правда ли? Напишите свое мнение в комментариях. Нам будет очень интересно их почитать. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео и найти нас в соцсетях ВКонтакте и Инстаграме. Все ссылки будут в описании под этим видео. Be cool and crazy. Пока-пока.